Следующий сюжет подготовлен по материалам YouTube-канала управляющего делами Украинской Православной Церкви. Митрополит Бориспольский Броварской Антоний совершил божественную литургию в столице Украины в храме Вознесения Господня на Демеевке. Архиерейское богослужение состоялось по случаю престольного праздника общины – почитание иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, в честь которой освящен малый храм-часовня. Архипастырь сослужили викарий Киевской митрополии архиепископ Васильковский Николай и ректор киевских духовных школ епископ Белгородский Сильвестр, настоятель храма протоиерей Павел Кириллов и другие священнослужители. Название чтимого в этот день образа Божией Матери Спарительница Хлебов указывает на то, что Пресвятая Богородица – помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного. Написана она была в 19 столетии по благословению старца Введенской Оптиной пустыни святого Амвросия Оптинского. Великий подвижник особо чтил Пречистую Деву. Всякий раз, когда мы взираем на икону Божией Матери, мы просим необходимо для земной жизни, но наипаче для того, чтобы жизнь наша земная обогатилась Богом, и мы обязательно достигнем Царства Божьего. Владыка Антоний поздравил настоятелей и прихожан с престольным праздником и передал благословение блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. А после архиепастыри с духовенством и прихожанами в часовне в честь иконы Скоропослушница вознесли молитвы ко Пресвятой Богородице. После этого митрополит Антоний благословил угощение, которое приход приготовил для всех пришедших на праздник.